cara, mas é um agradecimento, muito obrigado, muito agradecimento. Спасибо. Дамы и господа, очень рад видеть вас так много сегодня, такие красивые. На самом деле, ребята, весна, уже весна, зима закончилась. Зима вообще мне не нравится. Надеюсь, всем нравится весна. Сегодня 1 мая, для меня это самый хороший праздник, не зря для вас. Но я как сумасшедший работаю, целый день, 7 дней в неделю, поэтому 1 мая для меня вот такой праздник. Сегодня, ребята, фестиваль, наверное, все знают уже, фестиваль Afro Day. Значит, чисто афро-музыка, черная музыка, хорошая музыка. Значит, сегодня вечер, три группы перед вами будут выступать. Первыми будем выступать мы. Завоматыч. Завоматыч это что такое? Аплодисменты. Завоматыч. Завоматыч это значит серьезная вещь. Здесь все серьезно. Но все весело, конечно, все хорошо. Вот поэтому сегодня услышим, как все звучит. Значит, это завоматыч смесь афро-мьюзик, немножко джаз, немножко все. Даже арфа у нас есть. Аплодисменты, Диана, арфа. Окей, спасибо. Итак, у нас большая группа, потом представим. Ну, перед нашим выступлением, как у вас дела? Все хорошо? У вас настроение хорошо? Все знают, что сегодня фестиваль Афровид, да? Да! Ага, да. Например, девушка, вы знаете, что сегодня фестиваль Афровид? Она не знает, случайно попала сюда. Окей. А вы знаете оба, да? Фестиваль сегодня Афровид. Какие группы будут? Окей, я. Окей. Ну, значит, 50% знает, 50% не знает. По статистике. Итак, начинаем тогда. Первая песня на сегодня для группы Завоматыч это «Summer». Начинаем. Somebody mama put today.
Oh,
Спасибо. Тики Джоби значит красивая, молодая девушка. У нас таких много, старин, поэтому я решил такую песню спеть. Вот хорошая песня. Итак, следующая наша песня сегодня. С вашим позволением, третья композиция сегодня называется «Гези Дегунига» Махмуд Ахмед. Окей. Никто не понимает, что такое, но сейчас услышим. Окей. «Гези Дегунига». Песня называется «Сантьяго», «Блэк Сантьяго». Итак, начинаем. Oh.
окей, все отлично, тогда если вы довольны, мы довольны, это наша работа. Окей, так, а следующая песня, предпоследняя песня на сегодня. Малеми, это ритм домоло, чисто такая, такой африканский ритм такой. Основной, значит, тип. Значит, малеми, значит, мягкий. Потому, почему мягкий малеми? Потому что танец такой мягкий немножко. Значит, танцевали бой, если бы были вместе. Так что, да, следующая композиция. Малеми. Начинаем. Malembe, 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 malembe.
Спасибо, вот так. Да. Итак, за Вамбаксу еще раз. Мадагаскар, Россия, объединенные этих стран. Ну, что-то такая музыка, хорошая музыка, необыкновенная. Итак, на сегодня у нас последняя композиция под названием «Интро», «Introduction» по-английски. Почему «Интро», да? Получается, «Аутро» сегодня мы представим нашей группе немножко. Это, скажем так, наш первый трек, что ли. Вот так. Когда мы начали проект, вот сочиняли сразу эту песню. Поэтому самый лучший в конце для вас. Introduction, intro. Thank you.
самом деле, ребята, у нас сегодня вечер самой известной, хорошей группы в Москве, хорошей музыки. У нас сегодня Sound Music, Zava Master, еще третья группа. Вам повезло, что попали сегодня в этот канал, в этот вечер. Очень хороший музыкант. Еще говорят, может быть, в конце еще вернемся, кто знает. А пока даем место следующей группе. Да, завтра еще у нас концерт в Бородаче. Где это? Адрес? Как нашего певца зовут, вы знаете? Его зовут Лин. Алексей, спасибо. Лин Маранзара с Мадагаскара. Можно это ритм даже есть. Итак, ребята, очень рад, что выступали сегодня. Забыл матч. Окей? Все серьезно, все хорошо, все позитивно. Итак, последнее слово тогда, ребята. У нас достаточно новый проект Zava Master, недавно начали. Думаю, у нас в будущем еще есть в Москве. Тем более, такой музыки вряд ли встречаете в Москве. Вот. Итак, надеюсь, что увидимся еще в будущем. Очень хороший вечер был, хорошо, что вы выступали сегодня. Вы такие хорошие люди, позитивные. Так что спасибо, что вы есть. Пока! Zava Matotra! Просто по-мадагаскарски там так произносится, что нам сложно это повторить. Вот скажи еще. По-мадагаскарски как это? Zava Matotra. А русские не могут это немножко произносить, поэтому Zava Matotra. Zava Matotra. Все серьезно. Zava Matotra. Да? Zava Matotra. Thank you.
Zana Messi, Alain Aïssou, le grand Montou.
Варам путу. Thank you.
А вы? Муирика, Муирика, слышали Муирика, а? У вас даже Муирика, да? Кстати, пока не поздно, пока мы не слышим, не нужно thank you.
Pasame con el tío, una salida para todo. Yo soy un poco trabajador. Thank you.
Thank you.
Madame Mireille, aujourd'hui, elle va m'accompagner sur le Après demain, elle va chanter. Je vous prie, je vous Thank you.
Kobana tongo peto sale lo coteo. E kobana tongo peto beti limate. E kobana tongo peto sale lo coteo. Oh Maria, Kena, oh Maria.
Cosa como mi quimilawa. Allora, ciao. Cobain la tengo petto, sale no pa te. Oh Maria, yo. Thank you.
Sun Music. Песня Симона Макаси. Yeah, yeah. Сети. Сети, сети. Настрой, пожалуйста. Сети. Сети, сети. Мама, е, сети, сети. Е, е, сети, сети. Ано са, мали. Ауи, ауи. Я пичу на пичи. Я лидо. Ауи. Сима на макаси, сокьо тики канде. Oh yeah!
Se trama. Comité Bancou. Ah ouais. Dino Monopoly. Comité Bancou. Y'a Jackie. Y'a Yann Abisso. Y'a Jackie. Akenda Kenda. Azoma. Bienvenue Boazi. Ok. Yes.
Oh,
Thank you.
il est dit les assistants sont sur la terre. Kurobachev, Kurobachev. Coco, Coco. Oh, imagine, tu rêves. Coco, Coco. Les yeux de vos mots. Yapichou, ok. Yapichou, mon fils. Oye, 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 oye
Bravo. So. Tous les jours, si tant pis, promets-y, va-t'en.
c'est fait le champagne. C'est pas bon. Voilà, on est ensemble, Vinest. Applaudissements. Ok, we are together, yeah. Sound music, love you. Ok. Fefe, à la thank you.
Спасибо, дорогие друзья. Группа Salsa Music. Merci beaucoup. Спасибо, спасибо.